У нас реально исторический момент. Сын, которому 2 года и 1 месяц, ездит вот на такой технике, вы понимаете? Вот на такой! Рома! Рома! Дядя Юра катает на такой машине. Интересно ему. А ведь он не пропустит ни один трактор. Он всегда увидит, услышит, где и что едет. Здравствуйте. Мошки кусают? Да. Комары да мошки. Ромка уже освоился. Как интересно, друзья, вот в свои 2 года и месяц у него уже появилось такое дело, я имею в виду сына, которого не делал я. Я ни разу не катался на тракторе. Ни разу. Вот это упущение. Хотя почему упущение? Я, честно говоря, не особо и горел желанием это делать. Вот, вот он какой. Сейчас большой. Он присасывается. Вот. По-моему, Ромку уже укачало. Доча, молодец, дед. Привет, Буренка. Нет еще. Карин, нравится тебе? Да. Трактористом будешь? Отходите. Как он точно подъехал. Идеально, Юр! Привет, сынок! Доча, привет! Трактористы маленькие. Ну как тут дела? Хорошо, но чуть-чуть трясется. Зато какой вид, да, из трактора? Вид хороший? Ага. Ваня, а? Леге хоть ехать? Не. Стоп! Нет, вон этот товарищ. А, жена, все, здесь будет. Анасенька. Ну, поедем тогда, сейчас я тоже залезу. Опа! Привет! Мы на коне. Садись. Вот это да! Ромка, ты нас возишь. Эх, Русь-матушка! Вся перед ногами! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Мама Галя! Мы едем! Поехала коза к на чужбину, далеко да и на добром коне на своем и вороном. Поехал казак на чужбину, далеко да и на добром коне на своем и вороном. Опа! Прыгнули. Выходим. Что, не поехали дальше? Они тебе приедут. Да? Рома не испугается? Сейчас проверим. Будем ждать. О! Класс! Да? Да. Романтика! Мы приехали домой. По-настоящему. По-деревенски. А, кусают. Классно, да, мы ехали? А где они? А
Поехали телегу отводить. И малыши, да. Тишина какая. Что, Ань, не видно? Какой котик. Залег, потяну сейчас свежего. Как смотрится закат сквозь деревья. Смотри, как красиво. Одна машина за 15 минут. Это, наверное, пробки 0,1 балла. Называется деревня. Так, такие деревни еще поискать. Они уехали от нас, уехали, понимаете? Так, дядя Юра, как его любят дети, да? Очень. Он всю жизнь это рассказывал. Да все тут рассказывают, что он всю жизнь катает детей. Не только катает, а очень любит. Со всеми общается, все его знают. Все знают, всех он угощает. Любой возраст, он уже столько детей воспитал. Уже такие взрослые эти мальчики. И сейчас такие малюськи все с ним общаются. Ромка тоже сразу влюбился. Вот не плачет же. Гоняет на тракторе. Нет, смотри-ка. Плотность пробок увеличивается. На чем? На чем катался тот зайчик? На тракторе, да, там он стоит. Ура! Да, это у деда Миши. Да. Тачка. Всем тачка, тачка. Да, ты на тракторе с дедой Юрой катался? Кто тут самый тракторист? Я. Кто молодец? Я. Карина, кто молодец? Смотри, какие ягоды. Вау, какие красные. Можно? Угу. Они уже мытые. Красотища. Здесь свои стоят. Привет, козы. Да. Видимо, вас редко снимают, поэтому вы обезамерли. Да.